Привет Советскому Союзу. Вот так вот правильно мужчины сидят, пьют пиво. А вот у них такой вот как бы флакончик. Этот флакончик у них наверняка с водкой. А я не поняла вначале, почему у них по два стакана на одного человека. А мне муж объяснил. Оказывается, они в один наливают пиво, и потом, а в другой пиво с водкой. В общем, вот такой вот у них коктейль получается. Видите, вот так вот народ у нас встречается, из Советского Союза называется. Привет из Советского Союза. Ну, естественно, с рыбкой, со всеми делами.